Фух. И снова всем здравствуйте. Угорел я. Залез в косогор. И вот тут копаю. Меня все спрашивают, некоторые, вернее. Ты где копаешь? Я говорю, да где приспичит? А где приспичит? Я говорю, ну сейчас приспичило на горе. А что можно на горе найти? Ну а что можно на горе найти? Сейчас покажу. Что можно на горе найти? Ну вот гора. Вон карасаны пасутся. Вот одну выкопал какую-то фигню. Вот одну яму закопал. Вот вторую яму закопал. Рядом третью яму закопал. Потом беру все это и несу на килограмм 7, сука. Несу на дорогу. Сейчас на дорогу принесу. Нашел, Серега. А это все хватает у меня. Режет облепиху. На дорогу выношу. Ты бы переехал сюда, мне кувалда кровь из носу нужна была. А потом рви дальше. Сейчас еще пойду покажу кое-что. Там сигнал какой-то большой у меня появился. Мы поехали за облепихой. Вернее, с Иргазы поехал за обляпихой. Буду, говорит, нервы успокаивать. Он сейчас ее нарежет и дома будет ножницами обстригать, чтобы она красивая была. Я говорю, ну мне не надо. А ему соку захотелось. А я ее нажрался уже. Пока он там косил ее, резал, я кушал. Она сладкая. Она вкусная. Я ее наелся. От пуза прям. Вот сейчас берем эту балалайку и идем вон туда. А вы с миноискателем по горам ходили? Оба. Вот лопату брошу и пошел. Все. Копаем тут. Фух. А тут вот так. Клево было. Ой-ой-ой, а это просто жестянка. Ну ничего, это кожух. От ремней, скорее всего, с ламонатой. О, раритет выкопал. Колесо. Ну, древняя она. Вот такая вот бяка попалась. Вчера не стал ничего показывать. У меня, короче, авария приключилась. Лопата моя сломаналась. На копе. Сейчас покажу. Вот она моя лопата. Вот она. И у нее вот лопнула, короче говоря. И вот в этом месте она согнулась. Вон. Понятно, да? Что буду делать? А буду делать от сих вот до сих пропил. Короче, пропилю 2-3 миллиметра. С двух сторон пропилю. И туда вставлю шину. Ну, уголок, что залезет, что будет, что найдем в гараже, то и затолкаем, и обварим. Но так как эта лопата у нас некомфортабельная на сегодняшний момент, мы купили себе новую. Вот такую. О! Ну-ка вылазь. Как бы ее вытащить-то? Сейчас я ее вытащу оттуда. Это что-то новенькое. Это не Фискарс. Это лопата. Ребят, называется Кузбасс. Вот такая. У нее эта фигня длинная. Вот, смотрите. Как вот так. 20-40 миллиметров у нее это штык. Вот такая лопата. Она также загнутая. Но мало того, у нее еще ребра есть. Вот здесь такие вот. Я сейчас пока не буду сильно пальчиками трогать, то порежу.
порежусь. Сейчас я ее поправлю маленечко и пойду пробовать новой лопатой. Тут сварено хорошо. Тут ручка приваренная. И тут приваренная. Тяжеленькая. И тут приварена. Тут непонятно. Поцарапано немножко. Ну ничего страшного. Все, пойду сейчас, как начну ей ворочить все подряд. Ну, как-то так. Кстати, покупал я ее в магазине «Забей». Да, магазин «Забей». Это у нас в Кузбассе. А кто их делает-то? Ух ты, гарантия 3 года на лезвие. Центроинструмент. Заточенное лезвие. Врет он. Оно не заточенное. Вообще. Цельнометаллическое с зубьями. Вообще не заточенное. А поди так и должно быть. Ну да ладно. Разберемся. Ну что, попробуем лопатчонку вогнать в землю. Ну вот. Я уже там попробовал, там сантиметров больше полметра за раз берет. Раз, два, три. О, вот это я ее закатил, туда загнал. Что-то хрустит все у меня. На что-то напал. Тут какая-то фигня. Он еще загнал. Ну, одной рукой плохо, конечно. Столб какой-то. Ну, по мягкому-то грунту. Чего не копать ей? Согласен, по мягкому. Такие лопаты, говорит, хорошо берут на кладбище. Могилы копать. Ну, это продавцы нам так сказали. Ну, как-то так. А если двумя руками, вообще ништяк было бы. Ну, пока земля мягкая и лопата хорошая. А вот когда грунт дрянь, тогда совсем и пофигу, какая лопата будет. Все, рою я дальше. Ну вот, около часа работы лопата этой. Она вот так вот заблестела вообще. Здесь немножко вот я уже загнул. Что-то попало и в камень, или в железяку, в проволоку, шестерку там. Проволоки попадаются. Вот арматурина. Под ней сейчас звякнул, брякнул, стукнул. Ну, мягкий грунт, короче, я говорю, копать ей любо-дорого. Но твердый, наверное, будет тоже хорошо копать. Но такой грунт, как... Смотрите, тут у меня какой грунт. Тут и камни, и торф, и опилки перепревшие. Короче, как совковая лопата, более-менее. А так вбивать ее туда тоже плоховастенько. Ломик и то плохо лезет.